я замешиваю тесто. Буду готовить оладьи. Многие у меня спрашивали, как я ставлю тесто. У меня просто кефир, сода, немного сахара. Если много сахара положить, то они будут гореть. Соли чуть-чуть, яйцо и мука. Да, вот такие дела. Так что Рушан заказал у меня оладьи. По поводу стенки, здесь будет штукатуриться под маяк. Вот, и поэтому Рушан сказал, ничего страшного. Но пока я найти не могу. Если кто-то увидит в Светофоре или в Фикс-прайсе у себя, мне напишите, я сразу же поеду и куплю, да? Закрою. Дело даже не в том, что там штукатуриться потом будет, там, ну, не жалко, а в том, что это безобразно все выглядит. Да. Так что вот такие дела. А я начала готовить оладьи. Сейчас буду замешивать. У меня просто пока... Я сюда, получается, у меня здесь было половина чашечки кефира, соду и сахар. У меня реакция пошла, и уже полная чашка у меня кефира получилась. Так что по просьбе мужа я готовлю оладьи. Он у меня оладьи просто обожает. У нас есть как раз сгущенка, есть у нас там... сметанка, что у нас еще есть, полиза есть вкусная, она ее сама готовила, и мы чай попьем, пока дети разносят все вокруг, весело. Вот такие оладушки получаются, они пышные, вкусные, мягкие, вообще мягкие-мягкие, очень вкусные. Получается оладьи. Я вот только-только их перевернула, они еще не обжарились. С другой стороны. Так что всем приятного аппетита, кто с нами вместе будет завтракать. Всем привет. У нас новый день, мы уже с утра съездили, погуляли с детьми. Ездили в парк, я сейчас вам кое-что покажу. Я утром выходила рано поливать. И кое-что заметила. Та-дам! Вот такая вот красавица у нас роза распустилась. Вот здесь. Кстати, вокруг пенька посеяла бархатцы. Говорила, нет. А это вот это вот была у нас тоже цвет. Помните такой? У нас на Курчанах был такой цвет. И посмотрите, сколько много здесь бутончиков. Вот они. Вот они. Красота. Скоро будет красота. Гляньте. Да. Чего вы там? А, кости грызете. Вот так вот. А если бы она здесь сидела, смотрите уже, как виноград. Вот куда Рушан хотел, предлагал. Он уже виноград что творит, он уже разрастается. Как он уже эту розу закрывает. Надо его подвязывать. Так, смотрите. У нас сегодня немного прохладненько. Такой ветер прохладный. Хотя у нас уже время 11. Дети спят, я уже уложила их спать. И бегом-бегом сейчас вам покажу. Я там готовкой занимаюсь просто. Готовлю детям. Суп варю. И тесто ставлю. Замесила уже тесто, поставила. Вот, по поводу огурцов. Что-то они мне не всходят, которые я посеяла, огурцы. Думаю, придется покупать. Здесь кто-то жрет их. Вот, непонятно кто. Видите, вот здесь вот туннели роет. Походу, медведка тут орудует. Поэтому у меня здесь их вообще нету. Я не вижу, чтобы они проклевывались. Короче, караул. Вот это вот почему вот он так листик сжался. Непонятно тоже. Полила уже сегодня с утра пораньше помидоры. Гляньте, уже какие огромные стоят красавцы. А сейчас я вам покажу пионы. Красивые такие. Такие запашистые. Вот они, красавцы. Вот они. Где ты, мила? О, фу. Нэнси. Что ты там лежишь? Спряталась? Красота. Вы представляете, как это пахнет? Вот, гляньте. Красота.
Красота! Гляньте, какая красота! Гляньте, вот, смотрите. Вот она, красота, красота. Ой, какая красота. Ай, вот здесь еще. Да, Нэнси. И здесь. Мне нравится этот цвет. Очень нравятся белые пионы. Красивый очень. Прям я влюблена в этот цвет пионов. У меня не было таких. Красивые. Очень. Их бы подобрать как-то, но пока нечем подбирать их. Они, видите, немножко такие развалились. Куст развалился. А это второй куст. Пока ждем его. Мне кажется, здесь будет бордовый цвет. Посмотрим. Такой тоже прям мощный. Красиво будет. Здесь у нас вишенки. Вишня, вишня, вишня. Где-то тут я видела. Вот она. Она даже уже краснеет. Все, ладно, я побежала. Мне нужно там белье развесить детское. Дома, кстати. Потому что сегодня ужасный ветер. Прям порывами бывает. Такой, как даст, такая пыль, да, поднимается? А? Пылюка, да, поднимается, когда даст ветер. Ну, не такой, да, ветер, как на Курчалах здесь чувствуется, конечно. Но все же, детское не буду вешать. Вот такая вот у нас получилась кашка. Милашка особенно любит такую. Так. И все. Ждем, когда остынет. И будем мы обедать. Суп-пюре. У нас суп-пюре. Такой ест и Домир, и Милана у нас. На, там карточка стоит. Ну и вот такая вот она, не густая, видите, не жидкая. Лопают за обе щеки, уплетают. Опачки. Вот так. Вкусненько, да, вкусно. Ой, держись. А в рот зачем, дочур? Да. Папа там нам устанавливает штуку вот эту вот. Будем сейчас прыгать, скакать. Да, Дамир? Дамир смотрит. Я его пыталась выпустить, он туда бежит. Убегает. Ну, мне нравится, да, как он по дому ходит, Рушан? Все препятствия обходит. Не врезается никуда, аккуратно все проходит. Начиная вот с этого края, от кроватки и бежит. Да, Манежа, скажи, я сам бегаю, да? Мама сейчас умыла, ушки почистила, все сделала. Ноготочки осталось. Кто первый? Дамирку бери, Милана пока занята. Он тебя ждет, вон, видишь как. Ты готов? Есть, бери. Тебя настроить.
Блин, да теперь косяки боюсь я. Давай, качайся. Вот так, вот так. Ну, Милана. Ой, ну Милана. Она не понимает, что нужно ножки подогнуть. Доча, дочь, иди к маме, иди, иди к маме. Не можешь? Иди к маме. Нет, не получается. Она должна понять, что она прыгает. Все, ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Ну, достает, да, до косяков вот этих? Да. До откосов. Может, такие вот эти вот, которые мы покупали, помнишь, на камин? Мягкие такие вот штуки. Можешь их наклеить? Просто не дверной проем, в потолок делать. Ого, в потолок. А для этого вот эта веревка, вот эта вторая резинка используется. Да, ты бегаешь? Да?